Друзья, всем привет, всем доброго дня. Сейчас уже вечер, я пришла с работы, сегодня понедельник, отработала, мы приехали, долетели, все хорошо, отдохнули, все прекрасно, приехали с целыми чемоданами вещей, и у меня здесь весь стол забит моими покупками. Я специально их не разбирала, чтобы показать вам. Я знаю, всем всегда интересно, что можно привезти из Турции. Свет, видите, как мигает у меня по-разному, потому что я включила весь свет и здесь лампу, чтобы было более-менее освещение, потому что дневное освещение уже уходит, солнце уже на закат. В общем, отдохнули хорошо, подзагорели, накупались, правда, в последние дни были волны, но ничего. Вот, и сейчас не буду долго тянуть, потому что покупок очень много, и я вам сейчас расскажу и покажу, что я купила. В первую очередь, ну вот, например, это футболочка вот такая, US Polo. Это в магазине US Polo. Я купила несколько вещей там. Я купила, значит, вот эту футболочку, я ее надела, чтобы вам показать. Здесь вот US Polo что-то написано. Она такая нежно-нежно-сиреневая. Сегодня встречалась, кстати, со своей подписчицей, с Людмилой. Людмила, привет! Передала ей лекарства, те, которые она мне заказывала в Турции. Я ей все купила, мы сегодня с ней встретились. Я была как раз в этой футболочке одета. Вот. Все ей передала, все отлично. В общем, она рада, подарила мне коробочку конфет «Мерси». Вот, спасибо большое. Давайте приступим. Так. Дальше я в US Polo купила сумку. Вот такая, это тоже US Polo. Свет играет. Она бордового цвета. Бордового. Вот. Вот такого цвета. Она бордовая. Здесь так. Здесь на таком широком ремне. На ремне тоже выбита US Polo здесь. Она на молнии. Там несколько отделений. В общем, вот такая вот сумка классная. Вот. То есть футболка US Polo, сумка US Polo. Так, секунду. Отошла, включила кондиционер. Так, потом я купила дальше. Так, давайте из вещей пока буду показывать. Так. Ой, ой, все, чеки полетели. Так, эту тоже футболку я купила в US Polo. Она здесь вот с такими рукавчики. У нее, знаете, такие широкенькие, как сказать, как фонарики такие спускаются. Широкие рукавчики, очень красиво сделаны. Вот, видите, как колокольчики. Здесь такая эмблемка. Она вот такого розового цвета. Это тоже US Polo. И материал у нее это хлопок. Материал очень приятный. Такой какой-то в ромбик, такой плотный хлопок. А это как трикотаж. Такой материал. Вот, видите, материальчик какой. Классная кофта. Тоже очень хорошо мне. По-моему, где-то на видео я ее даже мерила. Видео, да, видео, по-моему, где-то в магазине я мерила, вы должны примерку увидеть. Так, дальше что еще? Так, US Polo, US Polo. Одна, вторая, еще третья должна быть. Где она лежит? Сейчас. Так, ну ладно, дойдем сейчас. Потом я купила три футболки. По 300 рублей самые обычные футболки. Одна футболка вот такого плана. Ну, это хлопок, тоненький, хороший. Даже не помню, в каком магазине. А, магазин Мави. Магазин Мави. Они по 300 рублей. Одну футболку купила вот такую черную. Так, другую футболку купила. Все по 300 рублей были. Другую футболку купила вот такую синюю с надписью. С надписью синяя.
Ну, это такие каждодневные футболки, то есть никакие не нарядные, просто обычные каждодневные футболки под джинсы. И одна футболка вот такая, светленькая, вот с таким рисунком, беленькая. Вот, 99 центов они стоят, ой, центов, 99 лир, здесь цена, 99 лир. Так, три футболки. Потом купила вот такую рубашку. Рубашка классная. Она нежно такого голубого цвета. Опять вот. Вот такого нежно-голубого цвета. Вот видите? А мне цвет такой идет. Она такая, как знаете, как джинсовая, но она не джинсовая. Но она классно сидит. Сейчас, может быть, даже я ее сверху накину. Она такая широкенькая, такая. Материал хлопок тонкий, очень приятная такая рубашечка, вот простая, здесь разрезики у нее, рукавчики, пуговки такие коричневые, очень красиво смотрится. В общем, ну покупали мы, хорошо, что мы дополнительно брали багаж. Так, вот здесь вот такие пуговки, видите, вот материал. Это тоже я купила в Маре. А рубашка такая стоила 349 лир. 349 лир. Умножайте на 3, на 3,5. 3,3. Ну, где-то 900 тысяч рублей, что ли, где-то так. Вот. Хорошо, что мы дополнительный багаж взяли, потому что, ну, мы уложились, у нас прям по 20 килограмм было... багажа. Мы, у нас было 10 мы допокупали в Москве. И плюс у нас был 10 килограмм ручной клади. У нас рюкзаки еще были. В общем, мы все уместили. Прям как раз у нас 20 килограмм было. Отлично. Так, эту лозунку я показала. Так, потом я купила бенетон. Вот такую кофточку. Бенетон. Она с коротким рукавом. Синяя, темно-синяя. И у нее капюшон есть. У нее есть капюшон. И вот такая надпись «Бенетон». Вот. Такая кофта спортивного плана такая. Ну, я такие люблю, я такие ношу, мне нравится. Дальше. Я купила свитер. Свитер вот такой с горлышком. Здесь на горлышке немного проходит рюлекс. И это тоже US Polo, вот видите, значок, и рукавчик у него, то есть вот такой, вот, комбинированный. Здесь светлое, здесь темное, и на воротничке вот такой вот рюлекс проходит, и здесь эмблемка US Polo. Он такой, знаете, хлопковый, он как материал, как хлопок такой плотный тоже. Ну, прикольный свитер, под джинсы будет круто. И еще один свитер, тоже US Polo, это тоже обычный такой классический свитер. Здесь тоже вышита US Polo эмблемка. Здесь он как бы вот такой вот в ромбик. Бутылка мешается. Здесь в ромбик, а сзади он такой чисто белый. Вот. Такой купила свитерок. Он стоил... так, он стоил. Он на распродаже был 431 лиру. Так, дальше. Дальше я купила очень красивую кофту. Она, в общем, так, где она? Она вот так смотрится. Она внутри как бы с футболкой. Футболка здесь выглядывает, и футболка выглядывает снизу. Это тонкая такая, как шерсть, материал прям просвечивающийся. И сверху вот шло к ней вот такое вот красивое ожерелье. То есть это вот так смотрится все. Вот. Очень красиво. И что мне еще понравилось здесь... На окантовке она, знаете, нарядная. Здесь
тоже рюлекс проходит, и на рукавчиках тоже проходит. Вот она такого цвета, вот серая, видите? Вот. А стоила она 799 700 лир, 7 3 21, 2000 рублей такая кофта с таким ожерельем. Очень мне понравилась, она такая и в пир, и в мир, знаете, в ней куда хочешь пойдешь, красивая. И каждодневно можно, и можно куда-то в театр, и можно в гости. Дальше купила два вот таких полотенчика ножных. Вот они. Два ножных полотенчика с ножками. Такие сиреневого цвета. Один себе, один, возможно, отвезу на дачу. Подарю Илюше. Да, Илюше я везу полотенчик, вино гранатовое, и Максиму тоже. Но Максиму я уже просто отдала. Это гранатовое вино, вот, которое я покупала в Duty Free. Каждому, и Максиму, и Илюше гранатовое вино. Так, потом Илюше нижнее белье, и Максиму тоже было нижнее белье. Лиде там сладости передала тоже. Что-то я им еще передала, я уже даже забыла. А, кофе я дала Максиму, сладости. И это что-то еще дала, уже даже не помню. Так, а это Илье я собираю. Вот это. Потом полотенчик туда им на дачу. И плюс Полинке костюм. Покажу сейчас, какой Полинке костюмчик купила. Спортивный костюм. Вот такой Adidas. Вот. Костюмчик. Здесь, видите, тоже такой. Он на молнии расстегивается. Полностью. А, нет, не полностью. А, да, полностью на молнии. И вот такие же штанишки. И штанишки, вот. И штанишки. Вот. Adidas. Красивый костюмчик. Как раз у нее не было костюмчика, а я давно мечтала Полинке купить спортивный костюм. Вот. И купила я его, сторговалась, так как у меня были последние уже деньги. И сторговалась, и мне отдали его подешевле. Там на видео где-то я говорю. Так, звонок. Так, на чем я остановилась? Папа звонил. Папа меня сбил. Так, потом про Полинкин костюм я вам показала. Дальше я купила кроссовки себе. Вот такие. New Balance. Вот такие кроссовочки. Вот они. Красивые, хорошие, легенькие. Классные кроссовки. На осень, на весну. Сейчас буду носить новенькие. Красивенькие. По-моему, я за них отдала 4000 рублей. 4000 рублей. Так, дальше. Вино я показала. Так, родителям. Что я купила родителям? Так, я купила вот такой чай красивый. Вот. Такой вкусный, красивый чай из разных, тут и розочки есть, и, ну, в общем, разный такой состав какой-то. Это чай какой-то типа бодрящий, что ли, ну, в общем, такой, и на чай, бодрящий чай. Дальше я им купила, сейчас поближе покажу вам, куда иду. Вот эту халву, я не знаю, как она называется, постоянно я забываю. Которая как паутинка, чтобы им как раз хорошо будет кушать, она мягкая. Я им купила в такой магнитик салани, магнитик. Здесь еще сладости лукум, вот в такой коробочке им лукум. Так, потом им еще сладости пахлава, они в холодильнике пахлава лежит.
Кофе они не пьют, чай я им привозила недавно турецкий из Абхазии, я покупала им большую упаковку чая. Кофе не пьют, так, ну вроде им все, им сладости. Больше им и сладости, и вот такой чай. Больше им такого ничего, в общем-то, не надо. Так, дальше здесь что? А, вот еще одежда. А, во-первых, постельное белье. Господи, столько покупала, буду полдня вам показывать. Постельное белье, вот такое вот нежно-сиреневое, хорошего качества постельное белье. Здесь простыни, под одеяльник и две наволочки. Мы коробки выбросили, потому что нам места для коробок не было, и везли его так. Поэтому на коробке была красивая фотография этого белья, ну уже все. Так, а, вот еще папе с мамой еще вот такое Алания тоже. Это тоже им. Так, здесь еще один вот такое одно полотенчик еще. Не знаю, может быть, себе оставлю. Не знаю пока. Потом я купила еще себе вот такую кофту. Так, сейчас. Из одежды я родителям ничего не покупала, потому что мама у меня, она вообще, не знаете, она никуда не выходит, и у нее полно одежды, которую она не носит, и, в общем, новые вещи она вообще не признает. Сейчас она влазит в старые вещи, потому что мама деменция, кто не знает, и ей не нужно. Папе я заказывала сейчас Тикитекс, Иванский текстиль, у папы все есть, тоже ничего не надо. Еще одна вот такая кофточка, вы ее видели, я видео как-то была в ней, она очень красивая, легкая, обалденная, вообще материал шикарный. А потом я себе купила еще вот такую рубашку. Ну, мы ездили на шопинг, все знают, что мы хотели купить себе какие-то шмотки, хотели в Заре, но Зары, к сожалению, там нету, и поэтому мы покупали там, где уже более-менее видели. Это я купила на рынке, рубашечка. Это тонкий-тонкий прозрачный хлопок с такими пуговками, очень красивая, легкая, летняя. Ее можно носить под топик, например, вот если даже сейчас, например, надеть топик беленький такой, маечку, и эту, а летом можно, на юге можно и под красивую бюстгальтер. Так, это еще одна US Polo, тоже футболка вот такая, тоже такой трикотаж, и она такого сиреневого цвета, тоже US Polo. Это домашнее масло я купила на рынке, вы видели. Дальше я купила вот такие гигиенические помады, они тоже идут у меня на подарок, еще идут, ей красишь, и губы получаются розового цвета. То есть это с алоэ, она с алоэ, но когда вы красите губки, губки становятся красными. Так. Купила витамин В6. В аптеке я вам говорила, когда я была, я купила витамин В6. Это новая формула, хорошие. И также я купила коллаген. Я вам тоже показывала. Вот они, коллаген. Я уже начала сегодня пить. А здесь у меня, я их пока сюда переложила, эти 30 пакетиков. Здесь 30 пакетиков. Я их пропью хотя бы полмесяца, и потом вам расскажу результат, будет у меня или нет. Он для кожи, для суставов, для хрящей. В общем, прочитайте про коллаген, очень полезный. У меня с ананасовым вкусом. Я сегодня пила, он приятный по вкусу. Вот такой коллаген 30 саше. Так, потом в аптеке я купила витамины. Одни сестре в подарок. И двое себе тоже витамин оставляю. А, потом, да, детям я еще купила в машину вот такие вот с запахом Максиму подарила. Это Илье тоже. А, и купила одну себе вот такой запахом. Это в парфюмерном магазине. Тоже снимала видео, вы видели. Так, потом вот такие вот, как они называются, саше или как, очень ароматные. Это для белья. Ирка, когда увидела, говорит, блин, какие классные, говорит, я тоже куплю. Они пахнут просто обалденно, стоит недорого. В общем, тоже такое купила.
по-быстрому вам все говорю, чтобы видео не было длинное. Купила вот такие очки, потому что свои я потеряла, купила вот эти очки еще. Такие очучки. Так. Купила вот эти штучки, думала, что это может быть когда насморк, надеваешь сюда на нос и дышать, либо кто плохо спит. А оказывается, они от храпа. Но я знаю, кому я их подарю. Лизиной тете и Лизиной маме. Они любят похрапеть, им будет как раз в подарок. Так, себе купила два чая. Вот таких. Этот крепкий чай, кто будет покупать, знаете, что черный самый крепкий чай. Это тоже более-менее. А в желтой такой упаковке чай очень слабенький. А, кофе уже в подарки отдала. Это два еще осталось. Уже кое-кому там отдала. Подарок приготовила. Так, ой, мне жарко прям стало. Так, купила два вот таких кремика. А, вот этот крем я покупала еще в Абхазии. Покупала его в Абхазии, в турецком магазине. Мне он очень понравился, он очень хорошо пахнет. И на лице тоже он неплохо. И еще вот такой купил, такого у меня не было. Здесь, по-моему, что-то с розой или с чем, не знаю. Но запах тоже приятный. Это крем для лица. Оливковое мыло. Одно подарила уже. Так, купила... носочки вот такие маленькие, коротенькие, разные. Они стоят копейки, там абсолютно копейки. Купила много трусиков в подарок сестре. Себе купила хлопковые трусики. Они стоят... Вот эти я купила вот сестре. А вот такие трусики. Отличного качества, вообще суперские, очень хорошие. Вот эта вот упаковка, двое трусиков, стоит 95 рублей на наши деньги. Вот, а качество очень хорошее. Вот качество прям шикарное. То есть у них резиночки, знаете, все хорошие, не рвутся, ничего. Они, у них очень хорошее качество. Просто я брала в том году в Турции, знаю, что говорю, поэтому взяла сестре, взяла себе разных. Но это я в другом немножко магазине покупала, они немножко подороже. Здесь где-то получается, наверное, не знаю, рублей по 60, может, трусики. Здесь тоже черные такие же. Это я покупала в Мигросе, кстати. В Мигросе, это в другом магазине. Так, трусики. Потом купила две майки. Тоже хлопковые маечки. Я люблю в таких ходить дома, я люблю в таких спать. Очень хорошего качества, черная и белая. Вот. Они где-то стоили рублей по 200, наверное. Сейчас вам точно не скажу цену уже. Но они стоили, в общем, где-то рублей по 200. Вот видите, какие хорошие. Ой, в общем, столько всего, столько всего. Так, что еще? Сумку я вам показала. А, вот такую футболку купила хлопковую с длинным рукавом. Зимой всегда такие нужны футболки. Так, что тут еще интересного? Куча трусов разных. Белые, черные. Штук, наверное, не знаю сколько. Хлопковые бюстгальтеры купила тоже. Вот такие обычные хлопковые. Хлопковые, прям хлопок, натуральный хлопок. Белые, потом тут черный тоже наподобие, тоже хлопок черный. Ну вот этот с поролончиком черный, а эти такие прям тоненькие. Да, двое таких бюстгальтера, две штуки. Один черный. Так, а здесь куча-куча всего еще для Полинки. Купила для Полинки заколки, такие вот заколочки, потом вот такие заколочки Полинки, помимо костюма. И для Полинки тут куча всяких сладостей, ментос, тут всякие с мишками какие-то конфетки, такие, вот такие,
Тут три штуки, как M&M's. Всякие шоколадки. Лиде такие же дала, она любит. Вот. И еще забыла показать. По-моему, это все, что я купила. Но я дофига накупила. А вот такой кошелечек. Вот такой кожаный кошелечек я купила. Вот он на молнии. Здесь расстегивается. Такой небольшой. Очень удобный для сумки. Прям хорошо. Так, ну вроде все я вам показала. Может быть, что-то забыла. Там сладости я практически себе не привозила. В подарок там еще уже отдала кое-что. Тоже. Ну вот и все. Все мои покупки. Всего по чуть-чуть. И вроде как целый чемодан. Ну, кофт много купила. Вот мне очень радует US Polo. Там 10% скидки еще были. Хорошее у них качество, очень хорошее качество. Такие натуральные ткани. Очень понравилось вот это. И вот эти витамины, я вам их уже показывала. Витамин S называется. Но здесь входит в состав D, C и цинк. D, C и цинк. И еще хотела вам сказать. Когда мы летели на самолете, уже за полчаса до посадки, нам раздали белые листочки, чтобы мы их заполнили. От с какой стороны мы приехали, где мы будем находиться, есть ли у нас там вакцина, прививка, ля-ля-ля. Ну, в общем, все данные надо было написать, как вот при ковиде было. И сказали, что в течение 3 дней на госуслуге мы должны предоставить ПЦР-тест. Вот. ПЦР-тест. То есть вот начинаются опять какие-то ограничения. Поэтому знайте, что на обратном пути вас попросят сдать ПЦР-тест из Турции, когда вы прилетите. Вот такие новые введения опять. Ограничения. Ну так, полет прошел хорошо, все отлично, долетели супер, прилетели ночью, сели на такси, Ирка к себе поехала, я к себе поехала домой. Отдохнули хорошо, покупок много, довольные, счастливые. Вот, так что уже вышла на работу, первый день отработала. На этом все, показала вам все, что я купила. Надеюсь, вам все понравилось. Будете знать, может быть, что купить, что не купить. Кофе в маленьких пакетиках абсолютно разное. Я еще вот такой даже чипа прихватила. Не знаю, зачем. А так вот эти турецкие. Ну, половину, я уже говорю, раздала. Вот. Витамины покупайте. Эти тоже B6 я тоже купила. Тоже хорошие. Начну потом их пить. Еще купила, конечно же, вот. Вот. В том году привозила, я их уже все использовала. Но я, по-моему, тоже кому-то еще давала, муж Максиму. Вот это вот, типа нашего Терафлю, но хорошего, вот это хорошее качество такое. Всегда привожу, сейчас тоже привезла. Уже, ну, она была в упаковке, я из упаковки все это вынула, и все. Вот. Так что белье купила, все, ну, все отлично, все хорошо. На этом все. Буду заканчивать. Натараторила, опять натараторила вам всего. Все вроде показала, все показала. Ничего не забыла. Все. Все футболочки хорошие. Я довольна покупками своими. Ира тоже там много всего накупала. Но она в себе покупала такие наряды офисные, потому что она в офисе работает. Я-то повседневка у меня, поэтому мне такие платья, там какие-то пиджаки особо носить некуда. Вот, она тоже купила хорошие очень вещи, хорошие, дорогие, так что посмотрите потом на ее канале. Все, всем пока, до новых встреч. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. У нас уже 25 тысяч, я очень рада этому. Много пишите комментариев, много всего. Отлично, я очень рада. Все, пока всем.